Ребят, вы уже второй день рубитесь в эту приставку. Сходили бы на улицу. Там грязно и холодно. Чего там делать? Мы не играли целую неделю. Не, ребят, это уже перебор. Отдых должен быть активным. Ну, пап, ты сам отсыпаешься все выходные. Дай нам отдохнуть по-настоящему. После этих занятий и кружков мы заслужили. Ну, хорошо, заслужили. Но отдыхать нужно активно, а не валяться весь день на диване. Пап, что ты сделал? Ну как? Ну... Я повторяю. Отдых должен быть... активным, мы знаем. Правильно. Хорошо, тогда ты будешь отдыхать вместе с нами. Давайте. Давайте возьмем велики и... А давайте для начала поиграем дома, в прятки. Давайте. Хорошо. Тогда ты считаешь, до 10 мы прячемся? Нет, до 30. Я такое место для пряток придумал. Пап, только ты не подглядывай. Все, я начинаю считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоже мне активный отдых.